Пока, да. Так, ребята, манишку вратарь снизу, пожалуйста. А у нас нет вратаря. Хороший друг. Вам тут поле получится. Не-не, Олег, куда ты попадаешь? Я думал, пойдет. Я не помню, просто извини, пожалуйста. Я тебя убью.
По сигналу. Как у вратаря, все нормально будет, можно играть будет. Нормально, вас 6 в поле. Нормально, похуй, так играем. Ну 6. Ну 6, да. 6 на 6. Хорош, кулака сами. А восьмой матч со второй лиги перенесли сюда, да? Да. А там что, окончание? Вот и хорошо! Так, пас. Он такой галешник, где ты здесь. Как ты видел его новый ход? Ну это его не нужно. Это представляет не профессию. Еще шаги, пожалуйста. Бля, я не ожидал. Лех, отметь, что скажи, что погодка шепчет. Я призываю все команды приезжать и наслаждаться футболом. Но если кто-нибудь не приедет, руки возьми, я даже не знал, что ты приедешь. Сейчас Андрюх 5 минут, он уже приехал. Он. Сейчас приезжай. Да. Сейчас приезжай.
Данек просто думает переодеваться. Да нет, нет, нет. Надо там тоже пользоваться. Шаня красавчик. А ты все время на букву писал? А все это время он никуда не сделал. Призывки, да? Уже было. Ну, один, да. Это пищи для этого. А его нет. Хорошо, Мишаня есть, блин, который он готов. А я тоже повез, что это будет. Не-не-не, давай, заходи, я не дам. Блядь, а я еще хотел, который красивый комментарий. Тихо-тихо-тихо, да, ну, Мишаня шарит, да. Давай. По сигналу, еще шаги, пожалуйста. Еще. Отворот? Давай, я один. Я говорю, бля, ну ты приятно,
пожестче, пожестче. Мяч фиксируем. Данек, без паса. Еще раз разыграем, парни, с центра, по сигналу. Зеленые. Ты играешь, ты здесь, 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 зд
Зеленый аут. Лежит в карманах, они не теплые. Да? Ой, еще, ну, еще, еще один. Сразу же. Два. Было касание. Далее еще. Я знаю, думал, потому что это первый будет так просто, да, ты пришел, да? А, я был уже такой. Да, ну типа такой же был. Да. А я вот сейчас думал, что ты уже стал. Я думал, вот я новатор, ебать, не пойду. А потом мне попадались какие-то старые онлайн видосы, где постоянно такой, ебать, ладно, старался. Я был в хозяйке, на двух последних матчах. А Фокс снег, блядь, просто пиздец, какой-то мокрый, блядь. Я ее дома достаю в хозяйке, а я уже не чувствовал там-то нихуя. Я достаю, она сквозь стирая и прям ледяная. Зеленая. Она прям ледяная. Ее прям трогать невозможно было. Я уже два часа встал. Можно играть, пожалуйста. Стоим. Можно играть. Автогол. Автогол от Паши. 24. Пожалуйста, не делайте. Знаешь, как... Ну, чтобы все... Да. Чтобы все это услышали. Парни, еще шаги делаем. Еще. Оба. Пожалуйста, еще шаг. Еще. Стоим. Все, это не работает.
Вышел с мячом прямо за... Вышел. Обычный полк, хороший. По скрипку, сразу надо. Еще дальше. Они говорят, как твои парни. Молчат. Я думаю, там еще. Завязывал вратарь. Играть, играть! Ты нас играешь, ты будешь. А вот как мне? Просто подбегаешь, пихаешь спину и за счет этого отбираешь мяч. Вот и весь момент. Золотая карточка. Еще шаги, пожалуйста, делаем. Бейте, парни, бейте еще, бейте, бейте! Бейте, давай, бейте! Да быстро! Парни, справа, бейте! Бейте, два! Блин! Вы кусовой катаете, блядь! И бей, блядь! Спокойно! Под себя убери! Хорош!
Еще. Переиграем угловой, мяч катится. Мяч катится. Ничего не могу поделать. Не, угловой, угловой переигрывается. Это аут бы переходит соперником. Угловой это стандарт другой. Если угловой, на эти три ворота. Была бы такая игра. Вон Савка. То есть даже вот эта игра корпус-корпус, очки набирают, блядь, только и где ходят. Вот, блядь. Вот, посмотрим. Вот, так что... Вот тебе вопрос. Если ты владеешь мячом. Отворот, Костя, выбиваешь мяч. Ты на мяче, да. И вот здесь подтверждаю. А вот так. Вообще, я здесь миллион раз так видел, это никогда не спасибо. Ну а по правилам можно? Не знаю, ну, наверное. Ну, если страшно, наверное, нет. Нет, а знаешь почему? Потому что толчок делается с целью завладеть мячом. А ты уже не мяч. Поэтому ты не можешь толкать соперника. Вообще. Да, давай. Вы здесь стреляли? Да, да. Поэтому, когда ты сейчас побегаешь, ты просто хуяришь его, а у тебя уже мяч под контролем. Нет, как это вообще делать? Нет, нет, нет. Ну, знаешь, вот грубо говоря, вчера, видите, такой момент стоит, вот настолько очевидно. Понял? Ваш смотрите, там, знаете, вверх он залетает в штрафу, но угловой продавку с ним вот вратаря, и играет Игорь Андреев. Продавку, он владеет мячом, он протолкнул, он Игорь залетает, короче, сыграть кулаком, промахивается на мяча башни с клавиатуры, протолкнул, Игорь заваливает башню. Я так знаю, что он Я даже не понял, как удалили здесь вратарей. Когда началось удаление вратарей, да, когда забил пулю, и после этого... Две красные было? Две красные. Ну что, пополнить, знаешь что? Написано, что это трансляция в онлайне. Я тоже смотрел. Просто я, если ты можешь рассказать, я просто не пишу, что было написано везде за пол последнего дня. Обоим? Да. Но можешь нет, сказать, что там были за пол. Нет, трансляция, я говорю, после трансляции. Нет, трансляция неправильно, что меня нуда. Он вылетал с коленом. Да, не что? Какой вылетал с коленом в город. Там пиздец страшно. Вот. Центр есть, центр есть. А второй тип, он пошел на угловой, не, он пошел на угловой и спалил в атаке, вылетая желтый.
Он накладку сделал здесь. Левая рука, левая! Ой, блядь! Ну и в итоге там в конце был момент, когда по сигналу! Вот Толян, шапки Милана открыли. Вот Толян, вот это Милан. Подождите. И он дальше идет борьба, и он второй раз улетает, и второго так, ну, руби тоже. И Вар смотрит, и вот будет. Не, ну Вар за первым, второй-то сам так. Ну он просто красиво, он красиво, двоих. А, ну да, пинчатку убирать придется, да? Отпечаток, наверное, останется, блядь. Сегодня молодежь. Не коснулся. Да,
Я еще не самый, блядь, последний. А может 7? Я не знаю, может, если только вообще 8. Ready?
Какой счет? Еще шаг. Так, так, так.
Тихо! Град! Я наполню, но если что-то пиздец, я сразу вижу. А так я не наполню. Давай. Просто если что, я сразу скажу. Ты сил! Ух ты!